Так, друзья, у кого-то выходные, а у кого-то тяжелые будни. Смотрите, сейчас похвалюсь теми гортензиями, которые у меня есть. То, что сейчас покажу, я буду говорить то, что продается, а что нет. Вот Early Blue, вот такой горшочек, он не продается сейчас. Ну, вообще, вот все, что у меня здесь высажено, это здесь не продается. Пока что. Пусть стоят хотя бы месяц, ну, там, полтора. Не продаю по одной простой причине, что совершенно недавно вот этот вот Early Blue я пересадила 20 февраля, пересадила в горшочки побольше, поэтому у них там должна развиться хоть как-то корневая система, они должны как-то все-таки к этому горшочку привыкнуть, и только после этого начну продавать. Джип Blue был пересажен 25-го, сегодня был пересажен тоже вот в такие горшочки, из 10-го, из 12-го в 14-й горшочек. И вот пересадила в остаточки их у меня 1, 2, 3, 4, 6, 7 штучек. 7 штучек почти уже на цвету. Тоже пока что не продается. Но продается, значит, Джип Blue в горшочке, в десяточке, в маленьком горшочке. Сейчас я до него дойду, я вам его покажу. Значит, что еще? Радхан тоже пока что не продается, потому что они тоже были пересажены из 10-го горшочка в 12-й горшочек и в 14-й горшочек побольше. После пересадки они, вот клянусь, прям вот стали намного-намного лучше и больше, нежели вот когда они сидят в маленьком горшочке. Растут прям на глазах. Вот только пересадила, и они сразу вымахали. Но это касается не только... как говорится, Радхана. Это касается прям всех. Значит, что еще у меня здесь идет? Идет у меня здесь Фабула Блю. Тоже была пересаженная из горшочка 10 в горшочек 12 и 14 горшочек. То есть, как бы, в 10 горшочке, вернее, он есть в 12 горшочке, он выглядит поменьше, чем в 14-м. Но тут все от объема земли. Как говорится, все только от этого и зависит. Значит, тут вот это вот все, это Фабула Блю. Красивущие. Уже все на бутонах. Скоро расцветут, будут цвести и радовать меня. А возможно и вас. Дальше. Это у нас Royal Red. Тоже пока что не продается, потому что был перевален 3-литровый горшочек из 14-го. И сейчас вот он сидит, приживается, так сказать, ко всему. Как только пересадила, перевалила его в горшочек, сразу начал расти, потому что до этого он прям сидел, бедненький такой тугодумчик. Дальше вот это вот у меня в продаже пока что имеется. Гортензия Фабула Блю в горшочке 14-м, ну, это в том горшочке, который ко мне он и пришел. Здесь вот, посмотрите, как мне подойти. Много почек вот у этого кустика. Такой прям он красавучий. Но этот вот немножко другой, то есть, как бы, ну, тоже Фабула Блю, но у него поросли, конечно, из-под земли идет, не идет совсем. Два горшочка у меня осталось Фабула Блю. Кому нужно... на продажу вот в ближайшее время. Потому что те, которые я пересадила, пока что продавать не буду. Дальше. А вот, кстати, еще один Фабула Блю. Интересно, как он мне сюда... Три горшочка, значит, у меня осталось. Три горшочка Фабула Блю у меня осталось на продажу. Дальше это у меня Сарена Блю идет. Тоже. Вот такой, конечно, он замечательный красавчик. Два кустика осталось, вон тот вон такой лупушистый, красивый лупушистый, с большим цветочком уже. Это тоже пока что продается. Если кому нужно, пожалуйста, звоните, пишите. Гортензия Флорентина Блю тоже имеется пока что в продаже. Флорентина Блю у меня есть раз, два, два. Два горшочка. И есть еще Сарена Блю. О, кстати, вот он. У меня еще один есть. Значит, Сарена Блю. У меня есть три горшочка. Пока что есть. Так что, кому нужно будет, звоните, пишите. Прям вот вышлю все с утеплением. Ну и либо, если кто-то сейчас находится в Москве, пожалуйста, приезжайте, выбирайте кустики и забирайте, и уезжайте. Так, это у меня тут осталось... Марина Блю.
Их всего раз, два, шесть, семь, восемь. Восемь кустиков осталось от 45. Прям разбирается он достаточно неплохо. Но он у меня еще был пересажен в горшочке побольше. Марина Блю есть у меня, значит, в горшочке 14-м. Только в 14-м осталось и все. 12-е горшочки были распроданы. Значит, здесь вот тоже сидит все Марина Блю, которые были пересажены мною 18 февраля в горшочке 3-литровые. Вот такие вот они все огромные тут сидят. И есть вот еще пару горшочков. Не только что пару, а 4 горшочка. Это те, которые были перевалены из 12-го горшочка. Они тоже очень хорошо развиваются. Так что не нужно обращать внимание на то, что какой-то горшочек, маленький, большой, пересадите, и он пойдет расти, расти, расти. Вон те вон 4 штучки, 4, вот прямо они вон дальние. Это Нингбо. Если я сейчас не ошиблась. Сейчас, секунду, посмотрим. Сейчас, секунду. Да, 4 горшочка вот этих вот дальних называется Нингбо. Друзья мои, еще это все пока что не продается. То, что внизу, Марина Блю и Нингбо пока что не продается. Это все было пересажено. Вот, кстати, Марина Блю. 3-литровом горшочке. Значит, что еще у меня здесь есть? У меня здесь есть это Стули Пинк. Вот такие вот у него красные красивые стебли. Тоже весь он у меня на цвету. Весь забился на цвету. Это есть на продажу. На продаже есть у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штучек. 11 штучек есть у меня в продаже. Это еще пока что есть. В старых горшочках, так сказать. Это уже у меня нету в продаже. Это будет чуть позже. Фабула Блю, которая идет, вот она идет у меня в 3-литровом горшочке. Красивище. Так, Сарена. Ой, Спуди Ред. Спуди Ред. Вот этот вот красавчик называется Спуди Ред. 4 горшочка были пересажены в более крупные. Пока что не продаются. Пока что они мои. Сидят у меня. Хотя не 4, 6, нет, 4. 4 горшочка, да. 3 и это 4. Значит, вот это у меня кто? Конфетти Дрим. Конфетти Дрим у меня осталось всего 2 штучки. Пересадила его в горшочек побольше, потому что, ну, прям он мощно растет. И очень быстро он пересыхает, перехватывается. Там корни были заплетены, дай боже как. Вообще места пустого не было. Прям корни были, все в корнях было оплетено. Поэтому пришлось его пересадить. Вот этот вот. Смотрите, какой тут цветонос. Шикарный. И вот он тоже, кстати, идет. Это просто, это что-то с чем-то будет, когда расцветет. И это называется у нас Белла Блю. Пока что, друзья мои, тоже не продается. Потому что корневая система еще не оплетена. А так бы можно было бы, конечно, его продать. Но я что-то пока что стремаюсь. Значит, вот это Сарена Блю. Тоже у меня сидит 6 пересаженных горшочков из 45. Ну, еще плюс там 2 кустика вот есть, которые еще пока что можно продать. Вот тоже у нее вот цветы, цветы, цветы. Кстати, начала, захотела она у меня цвести, самая первая. Но вот пока что еще не расцвела. Но уж скоро вот прям вот у нее прям уже пробивается, пробивается прям. Значит, что еще? Все ли я вам показала? Горшочки маленькие показывать не буду,
потому что мне в другом месте туда идти нужно. Ну вот сегодня у меня ряды прям проредели, потому что мальчишки молодцы, которые решили сделать своим девчонкам подарки именно в виде вот таких вот гортензий. Конечно, хотели вот такие большие сразу купить, уже, как говорится, которые цветут, но поняли, что это дороговато им выйдет, и выбрали вот маленькие горшочки. И практически почти все маленькие горшочки они у меня позабирали. Прям проредили меня конкретно. Я расставилась все не стесненненько так, с пробелами, вот как видно, что теперь листьям будет... И растениям будет удобнее, конечно, расти. Больше света каждому растению будет доставаться. Ну, вот прямо вот меня мальчишки эти порадовали. Анатолий, вы меня порадовали. Так что вот, смотрите, дорогие друзья, вот эти вот растения будут продаваться в конце марта. По стоимости пока что не знаю, сколько это будет стоить. Нужно будет посчитать. Я сюда заложила и осмокот, и не осмокот. Плюс торф покупала, плюс сами контейнеры. Ну и плюс я их еще поливаю удобрениями, не удобрениями, ухаживаю за ними, холю и лелею их. Естественно, по стоимости это будет дороже. Насколько дороже, пока не знаю. Как говорится, у вас было время для того, чтобы заказать в тех горшочках, которые они пришли. Ну вот, кто не успел, тот опоздал. Подражание, ну, естественно, все будет. Вот эти вот я, конечно, горшочки считать не буду, потому что это горшочки были взяты из переваленных гортензий, которые более крупные кашпо были перевалены. Отсюда вот горшочки я и взяла. Так сказать, БУ. БУ отмытые, помытые, продезинфицированные. И вот все дело посажено. Значит, вот так вот. Такое вот у меня добро. Не знаю, не помню, рассказала я про Редхан, Фабула Блю. Ну, наверное, рассказала то, что у меня здесь сидит. То, что пересадила, пока что не продаю. Так, что еще хотела сказать? Хотела сказать я вот что. На следующем видео я хочу рассказать, как нужно поливать гортензии, что нужно сделать, чтобы их не залить.